Доброе утро всем! Я уже на съемочной площадке. Мы делаем здесь вкуснятину. Вернусь к вам. Мне нужно было просто перевернуть блинчики. Ой, у нас тут так очень вкусно пахнет. У меня тут блинчики будут обычные блинчики шоколадные. Посуду нужно помыть. Мы тут снимаем с самого утра. Так что... денек сегодня шикарный. Смотрите, какая красотень получилась. Так что я ставлю чайник, мы сейчас будем с тетюлей завтракать. У нас был первый завтрак, а тут вода есть. Сейчас будет второй завтрак. Намного вкуснее, нежели первый. Так. Чай, чай, чай. Пьем чай. Вот, сейчас попьем чай, немножко отдохнем, каждый позанимается своими делами, и потом снова снимать. Да. У нас кухня, у нас не жизнь, а съемочная площадка. Вся квартира и кухня, и все на свете. И самое главное, что у нас гармония, нам все нравится, все замечательно. Так. Хочешь поесть, сними видео. Да, хочешь покушать, сними видео. Правильно. Вот, по вот таким вот правилам у нас сейчас живет вся семья. Ой, так, мне нужно помыть посуду. Досточки, тарелочки, сковородки уже помыла. Так, все, моем. Всем приятного аппетита. Пока готовится обед, мы уже начали снимать, просто он сейчас готовится. А, так как я закончила смотреть свой сериал, я почитала комментарии, много кто мне написал: «Катя, посмотри сериал «Кухня». Вот, сижу, смотрю первую серию, вот, так что потом скажу, понравилось мне или нет. Если первая серия мне понравится, я продолжу смотреть дальше, если меня затянет. Я сижу тут, попиваю чаек, безумно хочу кушать, жду, когда все приготовится. Вот, у нас вроде как солнышко вышло, сейчас опять все тучками, что-то непонятное. Короче, слушайте, сидим мы, тетя монтирует видео там у себя, я сижу у себя за компьютером, и начинает кто-то стучать в дверь, прям сильно так стучать, стучать. Посмотрели в глазок, а там афроамериканец стоит. Или африканец, короче, другой цвет кожи. Высокий такой, большой. Ну, нас двое в доме, тетя Оля и я, нам страшно. Ну, мне было страшно. Мы не стали открывать. Он начал звонить в дверь, звонить. Мы не стали открывать. Потом он спустился вниз в подъезд и в домофон начал звонить. Мы не открывали. Короче, так страшно. И потом через 2 часа пришел какой-то другой мужчина, такой, ну, белая кожа, такой, знаете, лет 50, такой пухленький, не знаю, и тоже начал в квартиру звонить, и мы опять, я опять ничего не открывала, ужас, кошмар какой-то, вот, то я тут чуть нет, ну, как бы здесь, я не слышала случаев, что там воровали, да. Бывает, естественно, бывает, но очень редко. Но никто в дверь именно не выламывал, именно стучали, чтобы открыли дверь. Вот. А утром, пока я спала, это приходили Дмитрия какого-то искали. Но у нас Дмитрия нету, мы не открыли дверь. Ну, по домофону сказали все. Потому что вот такие вот у нас страсти-мордасти сегодня. Ваня ушел в университет, у него сейчас экзамен скоро начнется, потом он придет домой. Вот, я сейчас думаю, сейчас посмотрю сериал, досниму тетю, я думаю снять еще видео. А, по поводу комментариев, девчонки, ну это вообще, когда я прочитала, у Нади нет своего канала, как бы она зарегистрирована на ютубе, но она не ведет видео, она смотрит там других блогеров, в принципе, как и все вы. А вот, если у человека есть какая-то камера лучше, чем мыльница, это не значит, что он блогер. Она, как бы ей эту камеру подарили на день рождения, и она любит фотографировать, она ее берет с собой, когда ездит там к друзьям и все остальное. И сейчас тоже были комментарии, что Надя Катя типа камеру подарила. Нет, я у нее попросила камеру, и она мне дает камеру для того, чтобы снимать видео. Вот, но скоро придет моя камера, кстати, должна завтра вечером приехать, и тогда уже как бы я Надину брать не буду, у меня будет своя. Вот, так что вот так все очень легко и понятно. По поводу клеенки, почему круглая?
с клееночками, как бы мы искали с тетей клеенку, чтобы нам нравится расцветка, но она другой формы. Другой формы нам не нравится расцветка, поэтому круглая. Круглая клеенка. Почему мы не убрали зеленую клеенку? Потому что она будет служить как основа, потому что мы режем постоянно. Не знаю. И никто не признается никогда. Вот. И как бы у нас под столом полка есть, у нас там стоят кастрюли, сковородки. И чтобы этого не было видно со стороны, да, эту полку, то есть она закрывает этой клеенкой зеленой. Вот. И вроде все. Вроде да. Вроде все, что запомнила, мне запомнилось, все ответил. Ладно, буду смотреть, у меня уже загрузился. Я в онлайне смотрю, жду, пока он загрузится. Иногда. И сейчас это включаю. Буду смотреть. Ваня приехал с университета, сидит, читает ваши комментарии. И мы сегодня... Да, мы сегодня... У нас внеплановый визит в спортзал. Мы пойдем в другой спортзал. У нас там есть одно бесплатное посещение. И мы всей гурьбой сегодня туда идем. Собираемся. Ты собрался в спортзал? Поискал, отдохнем и пойдем. Я не пойду, не хочу я с животом идти. Я покушал так плотненько, и теперь что это у меня это? Фонтаны пускать. Ну ладно, короче, сейчас пока он отдохнет, и мы идем в спортзал. Ну это до 12 работает, так что у нас время есть. Ну да. Ух, я сегодня за целый день выйду на... Вау, какие тучи у нас. Гениально. Где, за домом? Машина нет. Так, здесь. Куда я сейчас поворотку пришла? Убивать. Ой, Зя, смотри, какая туча. Пипец. Черная. Боже, наконец-то я на улице. Кстати, на улице не так уж и холодно. Я думала, что здесь вообще Дубай. Я вон в спортивных этих лосинах иду. И ничего, нормально. Ой. Сейчас позанимаюсь, я сегодня блинчиков наелась, так что нужно сейчас сжечь все до последнего. Мы дома. Отличненько позанимались. Вообще суперовски. Ой. Подустали. Молодцы, у меня мышцы этого, попы и ног болят. Мышца попы? Я делаю штангу. А в этом спортзале, мы в другой ходили в спортзал, в этом спортзале штанга такая тяжелая, она, наверное, в два раза тяжелее, чем в моем спортзале, в котором я делала. И я сделала только два подхода. Или три. Катя, остальную эту тягу жмёт. Да, я жму остальную тягу. Вот, так что попочка моя орёт. Кстати, сериал мне очень понравился, я уже его смотрю, я сейчас на пятой серии. Показали, сейчас мы сидели, смотрели по телевизору, включили, тоже всем понравился, но уже поздно, надо ложиться спать, так что всем спокойной ночи. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии, люблю вас очень-очень.